Привет, Елена Блиновская. Лена, я тебя люблю. Меня зовут Андрей Трухин. Я не фанат Елены Блиновской, я фанат своей мечты. Я мечтаю прочитать рэп вместе с Эминемом на матче НБА в Лос-Анджелесе или Бруклине. А сейчас я сожгу игру «Путь желаний» с намерением помочь Елене Блиновской избавиться от ее главного страха. Дело в том, что ты заблокировала меня там за стихотворение Пушкина. Но я все равно хочу помочь тебе, Лена, потому что я тебя люблю. Избавиться от этого ограничивающего убеждения. Страх, что кто-то может прославиться за твой счет, ушел. Его больше нет.